Федерация спортивного туризма, Радойский лес и бункера Радое. Мы вот вышли на очередной исследуемый нами объект, тоже непонятного происхождения. По интернет-данным это командный пункт ГШ СССР по связи. Но такой объект вообще выглядит, посмотрите на эти хоромы. И сейчас мы будем заходить в них. Здесь толщина стен только сантиметров 60, а то и 70. Огромные казематы. Что, идем прямо? Вот такие подземелья мы нашли. Ну, это даже не подземелье, это какой-то нулевой центр получается. Нулевая точка. Достаточно в хорошем состоянии это все находится. Ну и хочу напомнить, что это все в лесу. И непонятно, что это на самом деле. Федерация спортивного туризма.